чемпионата Украины построится для награждения. Чемпионы чемпионата Украины по пляжному волейболу 2015 года среди девочек до 14 лет. Команда из Запорожья, ЮСШ, Гужва Катерина и Жукова Вероника. Поздравляю вас с победой, девчонки, вас с первым местом и третьим местом, соответственно. Скажите, вас тренирует один тренер, да? Да. Как фамилия? Перебинос Любовь Николаевна. Скажите, это первая победа для вас такого уровня? И как давно вы играете в парах своих? Ну, меньше года. Ну, пару нас поставили недавно, наверное, месяц назад. Тяжело ли было получать такие победы, тяжела ли была конкуренция, так как команд было много, как вам дались все игры? Тяжело было только за первое-второе место играть, а так нет. Наверное, было не тяжело, но было тяжело морально. Какие у вас дальнейшие планы, какой будет следующий шаг в спорте? Дальше побеждать. Следующее соревнование это будет чемпионаты не только Украины, но и Европы. И победить, конечно же. Еще раз иметь призовое место. Отлично. Как вам вообще впечатление о самом соревновании? Понятно, что забрало много энергии, было тяжело и морально. И все эти 3 или 4 дня, сколько соревнований проходили? Все эти 4 дня, как вам они дались? Вот, с какими эмоциями вы уезжаете? Очень понравилось, с хорошими эмоциями, особенно понравилось награждение. Тоже все очень понравилось, мы довольны. Да, мы знали, что мы не дотягивали до уровня, но мы рады, что мы заняли третье место. Третье место тоже очень хорошо, это призовое место. Вы все девочки молодцы, поздравляю вас еще раз с победой и дальнейших вам успехов. Спасибо. Спасибо. Чемпионы 2015 года стала команда города Первомайска, ЮСШ, Кришталь Владислав и Куриный Данил. Добрый день. Во-первых, поздравляем вас с победой. Тяжело ли далась победа? Тяжело ли была конкуренция? Ну, было тяжело. Много нервов ушло на это. Надо постараться, чтобы занять первое место. Ребята впервые играют вместе. Даня из города Первомайский, Харьковская область, а Владик из Лозовой. Они впервые играют вместе на таком уровне. Мы прошли тренировочные сборы, тщательно готовились. На площадках тренировались, любезно нам предоставленными село Коропово в Харьковской области, Змеевской район. Поэтому мы сколько могли, мы готовились. Поэтому спасибо за предоставление площадок. В нашем городе их нет, поэтому нам приходится выезжать и тренироваться. Отлично. Какие дальнейшие планы, какой следующий шаг будет в спортивной, скажем так, карьере? Следующий шаг, мы будем стараться больше участвовать в турнирах различных, возможно, старшего возраста, для того, чтобы ребята почувствовали в себе уверенность, для того, чтобы они могли достойно играть в своем возрасте, потому что еще мандраж, еще детская психология дает свое. Я
интересно. Спасибо вам, ребята. Удачи вам во всем, во всех своих следующих начинаниях. Да, и дальнейших вам побед. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, пару слов о мероприятии прошедшем. Несколько минут назад мы закончили наше соревнование, которое называется чемпионат Украины 2015 года. До 14 лет, среди детей до 14 лет принимало участие рекордное количество команд, 76 пар со всей Украины. Популярность пляжного волейбола растет. Детям нравится, их родителям тоже, тренерам. Место выбрали не зря, как бы центр Украины считается. Все прошло на отлично, все хорошо. Скажите, была ли большая конкуренция среди команд? Тяжело ли давалось командам победы? И те команды, которые заняли первые места, насколько это было для них, скажем, ну именно вот тяжело? В этом возрасте тяжело сразу предвидеть, кто выиграет, ну, спрогнозировать, скажем так, потому что мастерства еще у детей нет, есть просто большое желание. Я думаю, что больше тут победители заслужили награды эти, меньше за счет мастерства, а больше за счет самоотдачи и желания выиграть. Вот, то есть характер сыграл определяющую роль, как у девочек, так и у мальчиков. Ну, а дальше они будут участвовать в других соревнованиях, расти, и уже будем смотреть, кто действительно является сильным по этой возрастной категории для участия в международных соревнованиях. Мы ведем отбор это и посылаем лучшие команды на международные соревнования. Но по этим соревнованиям еще рано судить, что это призеры, они самые сильные. Нужно несколько таких мероприятий провести для того, чтобы определить сильные команды.